Здравствуйте, уважаемые друзья! Очень рада вас приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас в гостях Елизавета, это наш партнер из Ирландии. Елизавета является лицензированным адвокатом. Большое спасибо, что уделили нам время. Елизавета, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо за приглашение. Рада вас видеть. Да, смотрите, начну сразу, наверное, вот с самого-самого начала, несмотря на то, что, наверное, условия, в принципе, по всем странам одинаковые, да, кто может претендовать. Но давайте, может быть, вкратце пройдемся, да, что такое политическое беженство, кто может претендовать. Хочу, наверное, сразу сделать заметку, чтобы люди, которые просматривают это видео, понимали, да, что это не как способ эмиграции, да, это не то, что мы там предлагаем нашим клиентам. Мы просто рассказываем для того, чтобы люди знали, ориентировались в международном праве, и если у кого-то действительно есть такие основания, они действительно могут запросить убежище в этой стране. Да, конечно, Алена. Эта тема очень интересная и сложная, поэтому мы можем только сегодня поверхностно с вами обсудить этот вопрос, не предоставляя индивидуальную консультацию в данном случае. Поэтому, да, совершенно верно вы заметили, что критерии одинаковые, потому что по простой причине оно регулируется международным правом, конвенции довольно-таки старые. И многие страны, включая Ирландию, являются подписантами этой конвенции. Поэтому статус этот по-английски называется refugee, беженцем мы называем, присваивается людям в определенных условиях, когда, ну, если мы текст этой конвенции переведем, говорится о том, что есть обоснованная, доказанная, так сказать, боязнь преследования в их собственной стране по разным мотивам. И там несколько мотивов перечислится. Это одно из них действительно является по политическим убеждениям, другое – принадлежность к определенной группе, тоже, кстати, часто встречается, расовые, национальные и так далее. То есть вот такие признаки. Что это значит простыми словами? Как это можно объяснить? Ну, простыми словами, на практике встречается два вида. Я на своей практике выявила два вида таких вот беженств, скажем так. Первое, когда в стране происходит, например, война, вот, и стихийное бедствие. И мы в этих случаях видим массовое количество беженцев. Обычно это бывает из одной страны в пограничную страну. Вот. Ну, на примерах, вы знаете, даже совсем недавно такие были случаи. И, конечно, в этом первом случае дела рассматриваются достаточно быстро, потому что здесь мало что нужно доказывать. Если в стране идет вооруженный конфликт, революция, например, и так далее, конечно же, люди будут пытаться избежать этого и бежать из этой страны в другое место. У таких беженцев очень часто не бывает даже документов. Вот это интересный момент, потому что, представьте себе, люди могут в один момент собирать все, что у них есть, свои пожитки, и убегают из страны. Часто даже у них паспортов не бывает. Они нелегально пересекают границы. Вот. Это такое массовое беженство. Второй вариант, он более, наверное, актуален, может быть, для наших слушателей. Это индивидуальные такие случаи. То есть из вполне успешной страны человека может быть вполне нормальное положение в обществе, социальное и так далее. Но, например, он преследуется определенной группа людей. Это может быть совершенно, вы правильно сказали, по политическим мотивам сейчас часто встречается, либо по принадлежности к какой-то другой группе. Может быть, не политическая, может быть, религиозная. Разные бывают. Это сложная тема, я сказала. И в этом случае, значит, что является очень важным таким критерием? Что помощи в своем государстве он не может получить. Вот что очень важно. То есть, конечно, если человек просто, например, какая-то группировка преследует, да, у криминальная, он может пойти в полицию, вот. Но если помощи нет, или же иногда от самих властей идет это давление, тоже такие случаи же бывают, вот тогда именно этот человек, конечно же, ищет убежище в другой стране. Опять же, критерий очень важный является то, что если мы говорим об истинных вот беженцах, это люди, которые не, наверное, не выбирают страну, ну, ту страну, которая, где, может быть, у него есть друзья, или язык страны он это знает, или какие-то другие есть предпосылки, климат, например, нравится. А это бывает именно страна, которая, ну, наиболее доступна, скажем так.
Поэтому в очень многих случаях, когда я читаю отказы, например, да, вот мы говорим, почему человеку отказали. Отказали иногда по той причине, что он пересекал несколько стран и выбрал ту страну, которая ему понравилась. Вот он так и говорит на трибунале. Я выбрал, потому что мне нравится эта страна, я хочу здесь жить. А ему говорят, ну если вы ехали через 3 другие страны, почему же вы там не попросили убежище? Хорошо, ну да, в принципе, это как во многих других странах, как вот вы сказали, по территориальному принципу, действительно, недавно были такие вот политические конфликты на территории Белоруссии, и, конечно, очень большой поток пошел именно в Польшу, да, приграничная территория, просто сама проживаю здесь, на территории Польши, поэтому, да, вижу, как это все происходит, здесь у нас очень много волонтеров, которые помогают именно вот этим людям, да, которые приехали сюда, и, как вы сказали, действительно, у многих нет ни документов, ни ничего. Правильно, все верно. Какое-то время назад из Украины, например, если мы говорим о русскоязычном пространстве, да, беженцы были из Сирии, из других стран, но, например, из Украины. И причем очень интересный момент, были люди, которые уже находились здесь, на территории страны, уже находились здесь, например, незаконно или по какой-то другой визе, по временной, но они сказали, что возвращаться туда они не могут, потому что у них будет преследование такого-то и такого-то характера, и смогли это доказать. И эти дела рассмотрелись очень быстро. Вот когда идет в стране конфликт, одна категория, совершенно верно вы заметили, но еще раз говорю, в стране может не быть никакого конфликта, но человек подвергается преследованию от определенной группы или от властей, и такие тоже дела бывают. Еще важный момент, совершенно верно. Человек не должен выбирать, ну, именно по конвенции, если мы следуем законодательству, да, духу закона, он не должен выбирать именно страну. Он должен просто пытаться выехать из территории, где он находится, где его преследуют. Но иногда бывает так, что человек находится уже за границей. И, например, его оповещают родственники или друзья о том, что его ищут, и если его найдут, то будет определенная расправа. Такие дела есть, они известны, и в этом случае человек, конечно, должен попросить убежище там, где он находится. То есть такой тоже вариант случая убежища на практике достаточно часто встречаются. Да. В зависимости от того, как он приехал. В большинстве случаев люди приезжают, когда они приезжают, законно въезжают в страну при наличии визы. Ну, конечно, правильно сделать запрос в аэропорту, потому что там спрашивают, какая цель вашего приезда. И существует определенная процедура. Значит, да, действительно, там будет определенный допрос, потом они идут в офис, и даже людям может быть предоставлено бесплатное жилье, ну, если они хотят жить на территории, вот на этой территории государственной, скажем так, они не обязаны там проживать совершенно, они могут частно жить. И бесплатные услуги, если они хотят прибегнуть к услугам адвоката, переводчика, это все им должно быть предоставлено. Причем это во всех странах, я думаю, одинаковые критерии. Если же они уже находятся здесь, или в аэропорту они об этом не сообщили, ну, еще раз говорю, разные бывают, или приехали через порт, тоже разные случаи. Есть офис, куда они могут обратиться здесь и заполнить изначальную анкету, а потом их будут постоянно информировать о процедуре. Вот. Но, конечно же, случаи, которые мы изначально с вами огласили, когда вот именно массовое беженство и дела решаются очень быстро, они бывают не так часто. В большинстве случаев, конечно, это дело занимает время. Иногда бывает, занимает год, может занять больше, потому что требуются документы, доказательства, потом назначается слушание, иногда его нужно апеллировать, это решение. И очень часто бывают случаи, когда дело не квалифицируется, оно не дотягивает, как вот мы говорим, юридическим таким, ну, это жаргон, конечно, оно не дотягивает по своим критериям до вот этого именно статуса refugee, статуса беженца. Ну, иногда бывают случаи, когда люди могут остаться, потому что они уже здесь сделали заявление на других основаниях. Каждый какие это могут быть основания? Могут быть основания, что такие, что человек не может квалифицироваться как беженец, но все равно возвращение в его страну будет неблагоприятно. По разным это может быть причинам. Здесь могут быть семейные причины,
состояние здоровья, или все-таки, что есть какой-то вот такой шаткий момент, что может быть возможность преследования, но ее доказать невозможно. То есть раньше мы это называли гуманитарные основания, сейчас немножко поменялась процедура самого этого рассмотрения дел, но смысл тот же самый остался. Вот. Поэтому если отказали в этом, не значит, что уже полностью закрыты все двери, скажем так, нет никакой возможности. Варианты всегда есть, их нужно просто правильно использовать и найти. У нас тоже есть, это называется Domestic Violence Act, который защищает жертв, это может быть и мужчина, и женщина, разницы нет абсолютно никакой. Это обычно мы в сферу семейного права с вами заходим. Да, это рассматривают семейные суды, и они защищают, и процедура хорошо, механизм этот работает. Если же ситуация такая, что данный человек, ну, женщина, к примеру, не может найти защиты в своей стране, то вполне возможно, почему нет, она может квалифицироваться, ведь это же тоже принадлежность к определенной группе, правда же? Вот, и поэтому она не может получить защиты в своей стране, и поэтому она просит ее у другого государства. Ну, кстати, я встречала такие случаи. Бывают такие случаи, да. Сейчас этот процесс ускорили. Раньше мы говорили об очень длительных сроках, 4, 5, 6 лет. Сейчас процесс этот изменился, есть новый орган у нас в стране, который этим занимается. Но я могу сказать, что год ожидания будет точно. Скорее всего, больше, в зависимости от того, как, какие документы, на какую стадию будут переходить. Вот. Но положительным является следующий момент. На определенном этапе, через несколько месяцев, я не хочу слишком конкретно говорить, потому что все дела все-таки отличаются. Mm-hmm. На определенном этапе человеку сейчас предоставляется возможность работать в стране. Раньше. То есть разрешение на работу, да, действительно, это очень важный момент. Хорошо, скажите, человек может ли менять статус? Например, вот ждет, он ждет, да, и понимает, что, ну, уже невозможно ждать, находиться в подвешенном состоянии тоже не совсем комфортно. Например, он хочет стать студентом, или он нашел себе партнера и хочет выйти замуж, да, то есть возможно ли это? Да. Жизнь не стоит на месте, а эти процессы продолжаются долго, совершенно верно. Очень часто в это время у людей меняются семейные обстоятельства. Правильно, люди женятся, выходят замуж, у них появляются дети. Это абсолютно нормально, и этот процесс можно прервать или вести два процесса одновременно и посмотреть, какой будет быстрее. Но я вам точно скажу, что те, которые связаны с, например, вступлением в брак, если это брак с гражданином или гражданкой Евросоюза, Ирландии или другой страны, или рождение ребенка гражданина этой страны, они бывают, как правило, быстрее. И такое на практике бывает очень часто. Приехал человек по одному статусу, а потом получил другую. Потому что это жизнь, это нормально. Смотрите, ну, наверное, в завершение. А вот если, например, человек получил разрешение на работу, нашел себе работодателя, успешно работает, и вдруг получает отказ по кейсу, а работодатель говорит, а меня все устраивает, я хочу, чтобы человек у меня продолжил работать. Он может сменить статус после отказа на работодателя? Немножко сложная тема. Получить разрешение на работу он, подать заявление на получение на работу он может, но иногда ему нужно, в некоторых случаях ему придется выехать из страны и подать новое заявление. То есть это процедура. Да, очень хорошо, если есть работодатель, который хочет помочь. Вот, но тут есть разные рабочие разрешения. Мы, по-моему, в прошлый раз с вами беседовали на эту тему. Вот, если это первый тип, самый простой тип разрешения, тогда он должен, работодатель должен доказать, что именно этот работник, другого работника нет, которого можно было бы найти в этой стране. Если это второй тип разрешения, там немного проще. Но просто может быть ситуация такая, что человеку необходимо будет выехать и подать заявление, находясь за пределами Ирландии. Но изменить статус он сможет, да, конечно. А есть ли какие-то способы, чтобы, не выезжая из страны, в случае, если ты получил отказ, все-таки как-то вот сменить статус? Ну вот по семейным обстоятельствам, например, обычно не нужно выезжать из страны, потому что если у человека привязанность к семье, он может подать на получение этого нового статуса, нового резидентства. На этом основании он открыто заявляет департамент и так далее.
Вот, то есть такое на практике бывает. Вполне возможно, что можно и с рабочими разрешениями. Просто надо смотреть, на какой стадии это делается. Рабочее разрешение подать можно, нужно, чтобы отказа не было. То есть там есть препоны определенные. Можно подавать при наличии определенного статуса в стране. Вот и все. То есть тут как бы нужно смотреть. Хорошо, спасибо большое, Елизавета. Думаю, достаточно раскрыли эту тему. Если вдруг у наших зрителей появятся дополнительные вопросы, всегда можно будет писать комментарии, оставить заявки на сайте, и мы обязательно дадим вам более развернутую консультацию при необходимости, соединим с Елизаветой. Если я что-то очень важное забыла дополнить, давайте в завершение скажем и будем прощаться. Ну, в завершении скажем, что тема сложная, она очень интересная. Вот, просто нужно рассматривать каждый случай индивидуально, каждую ситуацию индивидуально. И всегда есть дополнительные решения юридические. Просто нужно их найти. Спасибо большое. Ну, спасибо вам. Мы тогда прощаемся. Всем пока. До свидания. Всего доброго.